Итак, да. Это у нас третья нарезочка. Погнали. Лучший скилл и ржач в одном видео. Поехали. Эй, ты куда? Фейл. Вот как мы такие лежим, да? О, у нас там враг, надо его убить. Давай. Воу-воу, он нас задел, он нам по ногам попал. Давайте просто валяться за диваном. Он нас так не попадет. Можно стиммейт спасти, вон там кэстл слева. Нет, его грохнули. Обидно. Там убили еще одного чувака. Вон, это вроде слэдж. И вот он, короче, с нами валяется. В очень интересной позе. И мы такие лежим, нас никто не трогает. Прячемся за диванчиком. Два врага. Воу-воу, врага убили. А я живой. ГГ. О нет, меня сейчас тоже убьют. Живи. О нет, она зашла в комнату. Сейчас что-то будет. О нет, она нас убила. Следующий, погнали. О нет, граната. Бах. Это кинул мой тиммейт. Давайте посмотрим на вторчик. Вот граната, роковая граната. ХД. Very funny. Welcome to Twitch. To the Twitch. Да. Он попал на Twitch. Минутка везения. Давайте посмотрим, как нам повезло, да? Сейчас будут такие хедшоты. И вообще спойлер, да? Вон, 39 просмотров. Да откуда открываем? На! Опа, на тебе по башке! Сразу вошел, стрельнул, все как надо. Хоп, на тебе в бошку! Все, всех убили. Кто там еще? Ты еще, на тебе! Че, не получала давно? Ну не получала, я не знаю, кто там мужик или девка. Давай! На! Ранили его! Вот так вот, скиллуха, тащим. Красиво. От С4 увернулся. Кину шумовую, как надо, по красоте. Себя, главное, слепить ей. Еще кидаю шумовую. Вот так вот. Хоп, еще вам шумовую не надо, а? И такой, нате в бошку! Все, попал в конец раунда. Вот как надо тащить. Вот видите, минутка везения. На! Трех убил, одного ранил. Скиллуха, MLG и так далее. Вот так вот. Даже в конец раунда попал. Так. Я не знаю, можно это вставлять или нет. Потому что как бы это не моя нарезочка. Просто забавный момент был. Поэтому без разрешения этого человека этот момент не попадет. Так, сейчас будут озвученные моменты. Поэтому я вырубаю микрофон. Дабы не портить готовые эмоции. А, ну это Stanley Parable. Чех. Че ты вот это был? Блин, а это капец. Это капец, это тупо. Четвертый донат. Четвертый донат. Я сам. Блин, а. Блин, это капец. Скрим, это пятая часть. А, Обливион. Подожди, а Морровинд. Подожди, а Морровинд тогда какая? Так, Скрим пятый. Обливион четвертый. Каким же был Морровинд? Какой же был по счету Морровинд, а?
И сейчас такое прилетает Пит. Сейчас такой донатик, вам Пит в студию. Наверное, ты угадайте, что сейчас было. Только я закинулся про донат, и прилетает Пит. Дамы и господа. Народ! Ой, блин, я, конечно, подумал это... Я подумал, что это по фану, но это не фановый вопрос. Сейчас надо занести это в paint.net. Да, весь размер полотна. Вот, вот такая вот нарезочка получилась. А, также, помимо этого клипа, я не знаю, можно ли вставлять вот эти вот, вот этот клип, вот этот вот клип, а, потому что, как вы видите, авторство не мое, да, и вот этот клип тоже не мое авторство, я не знаю, можно ли это вставлять в свою нарезку или нет, я не спрашиваю у них разрешения, и спросить я это не могу. Но моменты довольно-таки смешные, то есть три штуки еще, три минуты, ну, точнее, не три минуты, две там, там тоже не по минуте клипы длятся. Вот, ну, ну, что было, что, по, что мог показать, то показал. Спасибо за просмотр третьей нарезочки. С вами был, как всегда, Витас 4 двойки. Ну, тут 6, но это не важно, на самом деле. В стиме меня 4 двойки зовут. Вот. Спасибо, как говорится, за просмотр. Лосик влепите, подпишитесь и так далее. Вот. Поблагодарите авторство за его. Ой, поблагодарите автора за его труды. Вот. Загралась немножко, ну да ладно. Вот. Главное, что рассмешил вас и показал вам скилл. Вот так вот. Нарезка получилась довольно-таки веселенькая. Скилла тут не особо-то и много. Больше ржачу, как вы любите.